Итак, друзья, если мы не хотим, чтобы формы были такие, а хотим, чтобы формы были вот такие красивые, то, конечно, можно и самому, конечно, там нарисовать, но есть прекрасная библиотека, которую мы установили, и о которой мы говорили, это... Это Django Crispy Forms. Мы ее установили. Смотрим, что в принципе может быть в любом месте. После основных мы ее будем ставить, поэтому просто копируем. Какие-то основные настройки мы уже увидим по ходу. Еще есть одна настроечка, которую мы можем настраивать. Это пакет. Давайте-ка мы сейчас все это дело сделаем. Crispy Forms. Далее. Что у нас будет отвечать? Здесь делаем так лучше всего. Смотрите. Промотали, да? Ставим. Теперь, если особенно несколько настроек, то делаем так, как учат разработчики Django. Копируем ссылку. Первое у вас становится. Бывает настроек, я сейчас покажу на основе этой, бывает настроек 5, 10 и больше. Чтобы вы не путались, файл настроек надо сразу приводить в порядок. Ну, ссылку вы уже знаете, да? Ставим начало. Раз. Где будет последняя настройка, ставим. N Django Crispy Forms. Вы тогда никогда не спутаете, где заканчивается, мы видим, end, да? То есть, значит, заканчиваются все настройки. Тогда у вас будет порядок. Потому что файл настроек будет расти, расти и будет такой длинной портянкой. В данном случае мы здесь указали, что какие формы. Здесь еще есть Bootstrap 4, но так как мы будем использовать Bootstrap 5, то я не знаю, там они уже привели в порядок Bootstrap 5 или нет. Раньше можно было ставить еще вот таким, вот так. Мы сейчас закомментируем, может вам пригодится. Другие настройки тоже можно комментировать, да? Вы, по сути дела, можете все необходимые настройки поместить, но ненужное Bootstrap 4. Bootstrap 5, это надо читать сейчас документацию. Далее у нас тут есть, что это мы будем использовать уже по ходу написания кода. Это понятно. Ну и дальше примеры. Все это по ходу будем использовать, поэтому... Ну, они очень просты на самом деле. Ну, тут много вариантов. Можно будет вам поразбираться отдельно. Домашнее задание будет. Пока дождитесь, чтобы мы вообще начали это использовать. Так, с этим разобрались.